Я думаю, мог быть разный счет. Могли и выиграть, и проиграть. Были моменты и у той, и у другой команды. Не могу сказать 0-0, 1-1, какой закономерный. Но были моменты и у той, и у другой команды. В каждой игре есть моменты, где-то реализовываем, где-то нет. Наверное, может быть, давление какое-то было на девочек. Не знаю, Локомотив, и там за места какая-то борьба. Может быть, просто так сложилось. Как бы моменты создавали, и были эпизоды, так сказать, стопроцентные, можно сказать. Но сегодня не залетел, не зашел. Будем дальше работать.